Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я расскажу, откуда взялся мем. Не тронь святое, храпун! Сегодня об этом разберемся с этими мультфильмом. Это Барбоскины. 26 серия, колыбельная для дружка. У него Кены завелась ремонт, хочет жить у него дружка. Он дружок говорит, с твоим уже веселее. А Кена начал храпеть. А дружок не может успокоиться и не может заснуть. У него наступило утро. Но дружок говорит, что до ночи не выдержит. Которое у него два отбильных молотка засунули. Которые... А Кену дружок сказал доброе утро. Начал говорить, что тот, кого-то у него заболело. У него всех. И Кена говорит, что... Спокойствие вызывает. Вот это неправильный режим. Но, например, компьютерные игры допоздна. Дружок приснял такую фразу. Не тронь святое, храпун. Вот. Это самое святое для них школьников. Это Brawl Stars. А мой самый святой это Block Strike. Пользователи начали делать про самое святое. Этих самых любимых игр. И что-то другое. Не тронь святое, храпун! В эти мобильные игры стыдно играть, по мнению многих людей. Первое место – это Brawl Stars. Не тронь святое, храпун! Бабочка-жопочка, пельмени-нямка или какашка? Да-да, правильно, как можно есть сваренное тесто. Не тронь святое, храпун! И не забудьте подписаться на канал, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить на новые ролики по Block Strike. И даже захотите в телегу и дискорд, ссылку оставлю в описании. На этом все, всем удачи и всем пока.